Туркестанская область занимает первое место в республике по количеству школьников. Во время пандемии планшетами и компьютерами были обеспечены дети из малообеспеченных семей. На днях в область прибыла еще очередная партия компьютерной техники. В Туркестанской области есть 499 975 учащихся. Из них 421 938 обучаются дистанционно. До сегодняшнего дня детям из малообеспеченных семей из школьного фонда было предоставлено 24 317 компьютеров, еще 1539 за счет средств местного бюджета. 1445 компьютеров детям подарили спонсоры в рамках акции «Дорога в школу». В сентябре-октябре было распространено около 8 тысяч компьютеров. В эту пятницу мы будем раздавать 21 740 ноутбуков. До конца декабря поступят 22 тысячи ноутбуков. На приобретение компьютерной техники из казны было выделено более 3 миллиардов тенге. После окончания пандемии школьники должны будут вернуть планшеты школе. Ноутбуки будут направлены на укрепление технической материальной базы школы. По стандарту министра образования и науки на 5 учащихся будет приходиться по одному компьютеру. В настоящее время в области есть 62 школы с численностью учащихся не более 300 человек. Совместно с санитарными врачами сейчас проводится работа для открытия очередных дежурных классов для работы в штатном режиме. Маржан Журабай, Бахт Байларов, новости.